начальник отдела летной подготовки и безопасности полетов Хабаровского авиационно-спасательного центра майор Бондаренко Сергей Николаевич. В ночь с 25 на 26 апреля 2019 года вертолета Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России была выполнена санитарная эвакуация пострадавшего из Тугуро-Чумиканского района Хабаровского края на аэродром Хабаров-Центральный. На борту находились специалисты медицины катастроф, которые оказали всю необходимую помощь пострадавшему. Общая протяженность маршрута составила 2000 километров, налет составил 9 часов 20 минут.